Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я, Анна Изотова, расскажу, какая погода нас ждет 18 января. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам солнечно. Днем минус 20, ночью минус 33. Скорость ветра 5 метров в секунду. На юге республики облачно, без осадков. Днем минус 15, ночью столбик термометра опустится до 22, ниже нуля. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно, без осадков. Днем минус 16, ночью минус 29. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В Кяхте солнечно. Днем минус 15, ночью минус 24. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В Улан-Удэ будет солнечно. Температура днем до минус 16, ночью опустится до минус 26. Скорость ветра до 4 метров в секунду. С вами была Анна Изотова. Берегите себя.